Всем привет! У нас сегодня 17 июля, извиняюсь. Вот такая погода, и пошел дождь. Я, значит, пошла в свою тепличку посмотреть. Я бегом-бегом посмотреть свои помидорки. Взяла маленький пакетик, думаю, немножко соберу покушать. А оказывается, там их очень много, красненьких помидорчиков. И у меня, значит, на улице тоже начали зреть помидоры. Вот, на улице вот здесь у меня. И вон еще краснеть начал. Вот, но у нас фитофтороз на улице, поэтому как-то я на уличные помидоры не больно-то надеюсь. Вот. И, в общем, я иду к себе в тепличку. Ой. Вот. И, в общем, я взяла сначала маленький пакетик. Но смотрю, что-то помидорчиков больше, чем этот пакетик. Вот я сорвала красненькие такие вот хорошие помидорки. Вот. И, в общем, и пошла за чашкой. Думаю, я это возьму камеру и сниму. Вот, вот только я пока собрала. Вот, и, значит, ну, помидорки вот есть, красненькие, поспевают. Вот дальше я еще не проходила. У меня вот здесь загнулся кустик, и вот завяло. Ну, я уже это прошляпила. Ладно, вот, в общем, вот здесь вот много помидорок красненьких. Ой, там вот прям в дебрях, там я в последнее время не обрезала листики. Вот, в общем, вот помидорки, хочу я сейчас их собрать красненькие, вот, покушать. Вот, в общем, помидорки у меня краснеют вот уже второй или третий год. В прошлом году я вообще много собирала помидор в теплице. Вот там красненькие помидорки. Вот, я даже закрывала на зиму. Вот, и вот так поспели у меня вот этот сорт. Вот такой вот, я не знаю, как он называется. Это попало семечко. У меня вот так вот ходит в форточках ходуном, потому что надо идти на улицу и закрывать. Ветром не держится этот крючок. Вот, сейчас я соберу, пойду все закрою. В общем, вот такие вот у нас помидорки. Вот, сейчас, значит, вот я буду их собирать. Вот столько я собрала. Микульчика тут вот от дождя спрятался. Забежал я здесь, и вот сюда забежал за мной. Да, Мики, помогаешь маме собирать? Вот. В общем, собрала такую небольшую чашечку, пол чашечки, можно сказать. Вот. Такие красненькие помидорки. Еще много осталось таких вот недозревших, но я их не стала срывать. Завтра, послезавтра, тут еще вот такие вот остались. Завтра, послезавтра, и это, своей пупой вон зеленые оторвала я помидорки. Вот, ну, в общем, еще остались, я их не стала срывать, они не очень красные. Такие они не будут вкусные, зеленоватые. Вот такие вот. Вот. Ну ладно. Завтра или послезавтра сорву их. Вот. У меня вот так вот начинают они тоже сохнуть потихоньку. В общем, не знаю. В общем, вот так как-то. Ой, вышла из теплицы. И такая вот к нам идет туча. Черная-черная. Побежала домой. Да с молнией сейчас, наверное, грянет. Вот. А там вот облака плывут, плывут сюда. Плывут сюда. Ой, я побежала. То сейчас ливанет. У нас на улице гроза. Вот так вот льет. Я окно не буду открывать, потому что у нас вот заливает форточку даже. Вот так вот льет, молния сверкает. Ой, даже страшно.
Небо серое. Такая у нас сегодня гроза. Это девичий виноград у меня на дом лезет. Так, очень красиво и затеняет. Когда солнышко, здесь нет деревьев и солнца. И вот так затеняет очень даже хорошо. Сейчас закрою окошко, а то вода прям сюда льется. Света у нас нет. Вот сижу при фонарике. Поставила фонарик себе. Сижу, перебираю смородину. Вчера собрала вот столько, помыла, но ее не успела перебрать, было поздно. Вот, в общем, сижу в одиночестве, в темноте, с фонариком. Значит, вот приготовила тазик. Сейчас переберу, засыплю сахаром и пусть стоит до завтрашнего дня. У меня Мурочка вот тут трясет, сидит, там греется. И, значит, я цыплятам поставила вот эти вот фонарики. Не знаю, насколько они хватит. Вот они мне сейчас спят здесь. Повесила в одну коробку. Вот вчера, как знала, купили вот эти фонарики. И вот вторая коробка. Вот. А Мурочка греется на окошечке.